Вот мы и в Припяти. Какая же прекрасная эта локация, очень прикольный антураж, мне нравится, атмосферно. И сейчас мы будем идти, получается, в прачечную. Подожди, точно в прачечную? Да, все верно, пошли. У нас тут, кстати, квесты есть, нужно также про них не забывать. Здравствуйте, молодые люди, здравствуйте всем, здрасте. Я к стрелку, пожалуйста. Ну как это объяснить? Ну как вот? А, понял. Хотя помочь как-то, может, нет. Вот мы пришли в Припяти, вот тут у нас где-то сидит стрелок, по-моему. Или не сидит? А, он, походу, сверху находится. Так, ну что? Что-то там, бродяга-бодяга. Как ты оценил эту атаку? Так что дальше готов. В принципе, дорога в Припять. И чё? Расскажи о себе. Так мы же прибыли. Или что? Или сейчас он уже просит нас. А, да, он говорит, иди к стрелку, поговори с ним. Хорошо. А перед просмотром данного ролика рекомендую тебе один проект по сталкеру. Его название Сота 2. Суть заключается в том, что это обновленный сталкер в онлайне. Почти все предметы в игре добыты игроками. В игре присутствует настоящая экономика, которую контролируют участники рынка. В игре существуют кланы, группы. Удобный чат. Также есть интересные квесты. Любители поискать артефакты найдут занятия по душе. Детально проработанные предметы, а также патроны в магазинах, батарейки, фонарики и все в таком духе. В игре есть возможность интересного PvP. Существует прокачка. А в следующем крупном обновлении будет модификация оружия. Если же тебя заинтересовал данный проект, то рекомендую перейти по ссылке в описании. Также используй промокод GOLDMAN, который даст тебе офигенные плюшки при регистрации. Новичкам подобное будет очень даже кстати. А вот уточки у нас сидит стрелок. Так, стрелок, полагаю, в общем-то, рассказываем ему о своих действиях. Нашел, кстати, твои записи, дал нам ПМА с этим светляком. И рассказывает про этого фантома, который их развалил в Припяти. Итак, давайте я прочитаю как раз-таки подробности этого задания. Живая легенда. В лаборатории X8 под Припятью находится секретная информация о зоне. Надо найти документы и отнести их стрелку. Понял. Восстановление здоровья довольно-таки такое приятное. Ну ладно, пофиг, этим заниматься не буду. Совершенно секретно, да-да, тоже мне секретно. Так, у нас, кстати, с оружием все у нас починено. Я стою от удара, поэтому сейчас надо уже поторабливаться по-хорошему. Так, здорово, нужна помощь. Живая легенда, Дэвид и Голиаф. Кого? Ну-ка, подожди, не понял. Опасный все-таки гигант разгуливает в Припяти. Надо убить его как можно скорее, во избежание проблем. Ага, так, ты кто такой у нас? А, это торговец. Наконец-таки я тебя нашел. Сейчас тебе продам всякую билиберду, которую находил в путепроводе и еще где-то. О, часть тел мутантов. Не, вот это вот возьми. А нашивки монолита ты... Нет, я, пожалуй, пока не буду скупать, точнее, продавать. Так, вот рацию поломанную возьми, шкура до хера весит. Ну и, в принципе, РГДшки возьми, болтики возьми. Неплохо, так, мы сейчас ему на 2000 продаем, а это у нас механик, да. Вот, а теперь тебе мы продадим все остальное. Ну, нормально, 2000 выходит и того. А по поводу брони. Броню нам есть чем вычинивать, оружие есть чем вычинивать. Ну и все, классно. Теперь нужен мне ты. Я у тебя, пожалуй, закуплюсь патронами, а то у них совсем мало. И у тебя тоже, кстати, их мало. Чел. А дроби у тебя хоть есть? Дроби у него хоть есть, тоже хорошо. Так, давайте дроби скуплю побольше. Ну, я думаю, что, в принципе, продам тебе тогда части тел, потому что, ну, о чем я с ними? Мучиться, хранить их не хочу. Так, вот это возьми. Нашивки монолита, ладно, пусть будут при мне, как я повторялся, уже они мало весят, поэтому пофиг. 2000 с этого фармим, типа норм, типа пойдет. Так, нашивки бандитов могут пригодиться, батарейки пригодятся, еда у нас есть. Ага, нет, еды у нас маловато. Давай-ка я у тебя тушеночки куплю еще. Вот столько и вот столько. Так, куда мы сейчас пойдем? Мы сейчас должны, по идее, идти вот сюда, тайник забрать. И сразу убить псевдогиганта необходимо. Ну пошли, потопаем туда тогда. А чё у меня ствол разряжен? Ну-ка, заряжай его. Ты чего удумал? И зато будем деньги копить. Я думаю, что позже, после всей этой нервотрепки с этими, с фантомами, с монолитом и прочими тварями, нам деньги понадобятся на то, чтобы вычинить выхлоп. Все-таки я хочу бегать с ним еще в том числе. Так, тут радиейшн. Да-да. Ну надо поторабливаться. Фуадар там что-то вообще ускакал уже очень далеко. Он лютый спидранер. Я, кстати, могу объяснить, почему он сейчас уже обгоняет меня. Во-первых, потому что у него лучше снаряжение. Он, наверное, прям просто расширит уже лютое. Но хотя как лучше, типа, в принципе, ТБшка пропивает, наверное, я больше су, а на рожон слишком серьезно не лезу, и начался уже сюжет. С точки зрения фарма, в первых сериях я его сильно обгонял по снаряжению, там, в первых, там, буквально 5 сериях. После этого начались у меня проблемы. Ну, как проблемы? Я уже маленько ему уступаю, так, тайник, походу, находится... А, ну, твою мать, ну куда вы его заныкали, я не понимаю. Нам сейчас где его искать-то? Ну, ё-моё, ну сейчас время... Или он в кустах где-то, погоди. Походу, в натуре в кустах, что ли? Ну, не совсем в кусте. А, наверное, вот здесь, да? Где... Вот же он, да. Все окей тогда. Для тонкой работы нашли документы. Ну, наконец-то я их нашел. Боже, ну сколько я их искал. Так, вот псевдогигант. Надо бы сейчас тоже его захерачить. Ну, давай какую-нибудь термитную или какая F1, что ли. Вон туда тебе сразу летит в бой. Так, теперь вон туда. Только ты обратно ее, пожалуйста, не швыряй. Ну, давай, поехали. Это может быть больно, но нормально.
Я думаю, после того, как ты топнешь, можно попытаться нафиг иди. Вот сейчас он, короче, топает. А погоди, так ты же вроде не агришься на меня, да? А Вика, лимонку, скотина такая. Но она залетела неудачно, однозначно. Хотя нажмых это очень серьезно. Так, перезаряжай. Кот, пошла ты, скотина такая. Куда ты поперлась там? Ну, так, ну ты топнешь или что? Походу, нихера не будет топать. Так, достаем лимонку. Вот сейчас он топать не будет, 100%. Лови. Он опять уходит куда-то. Ты посмотри на него, какой он хитрый. Не, ну сейчас, кстати, не, нормально прилетело, хаешечка, прям хорошо. Больно. Все. Минус псевдогигант. Костюм ты, конечно, я, скорее всего, покоцал. Не, 98, тут 95, здесь 96. Все хорошо. Так, зомбу, чтобы ты мне не мешался. Нафиг иди. Псевдогигант обыщу. Нам твои части тела нужны. Так, и что? О, как раз глаз он, по-моему, и нужен для квеста. Если выживем, зададим задание, заработаем денег себе, и все у нас будет хорошо. А, не нужен? Кому-то нужен был, по-моему, по квесту. Ну ладно. Так, а сейчас нужно, короче, двигаться вот сюда, да? Блин, если честно, опасно. Если честно, очень даже опасно. Там фанатиков уйма. Так, прицеливаться. Не, давай-ка я тогда сразу починю свой стволецкий. А, так, давай, пожалуй, какими? Ну, давай хотя бы вот так отремонтируем, почему нет? Можно было бы нашивку использовать. Ну ладно. Юбилей, дом сбыта. Че? Ладно, пофиг. Дрэп тогда я на лабораторию оставлю. Тут буду бегать чисто с АЕКом. И какими патронами? Давай вот такими патронами. Дефолтными, да. Они, в принципе, тоже неплохо жмыхают, кстати. И надеюсь, тут не будет много фанатиков. Пока тут вообще никого нет, кстати, на удивление. Так, мне бы еще вспомнить путь. Такой более-менее грамотный, что ли. Тут никого не будет? Ага, не будет. Снайпер сидел на холме. Ну, не на холме, а на возвышенности. Но не слабые, откровенно. Они очень слабые челики. Так, у него... Ну, такая винтовочка была, вполне себе хорошая, конечно, но пофиг на нее. Фига, куда я пошел? Какую-то лесенку нашел, которая прям ведет до самого верха, да? Но она, скорее всего, в тупик ведет. Да, она в тупик ведет, но может быть отсюда получится кого-то отстрелить? Нет. Я никогда не любил этот КБО, потому что тут черт ногу сломит. Он с РПГ? Нет, снопа. Куда я не уйду? Я никуда не хотел уходить. Ой, здравствуйте. Не, ну забей, конечно, говорю, что... Не, АЕК это имбовая вещь. Я еще патронов к нему купил, хотя их все равно мало. Да. Вывод делаем такой, что патронов много не бывает. Ты что делаешь? Зачем ты это делаешь? Для чего? Объясни. У меня как раз одна аптечка есть, тут я с трупа нашел. Мне какой-то гениус написал в комментах под прошлым роликом, зачем ты выбираешь аптечки? Ты что творишь? Погоди. Тут какой-то другой гений пришел, очевидно. И ушел. Но я видел то, что он куда-то налево пошел, конечно. Ты тварь или скотина? Мне кажется, лучше дроба... А, я стимпак использовал, дурак дураком. Тогда бин сразу используй. Блин, я это зря сделал. Я мискликнул вообще. Так вот, мне этот чел написал, типа, зачем ты выбираешь аптечки, чтобы потом их... Да ты что творишь-то? Монолит. А чё ты лезешь-то ко мне, объясни? Так вот, мне чел писал, зачем ты берешь аптечки, с предыдущей серии их продавал. Так я их на продажу ты беру как раз таки. Так, у меня кровоток опять. Блин, они, конечно, твари еще все. Так, ну главное контролить местность, чтобы они не вылезли в случае чего. Как вот этот черт. Так, доступ к чискам ограничен. Хорошо, мне это нравится. Так, тут еще целая обойма есть. Я не понял, в чем мем, если честно. Вот и все. Господи, залагалось у меня все. Ё-моё, откуда там столько зомбей? Это мем какой-то? Реально приколямба какая-то, видимо. А здесь можно пройти? Мне только спросить, на самом деле. Да, вот этот самый путь, по-моему, наверх, если не ошибаюсь. Нет, это еще не до конца наверх. Он ранен, братья, но ничего страшного. Они... Блин, это еще не самый верхний этаж, кстати. Бляха, сейчас так сыкотно. Костюм, конечно, мой покоцан, но сейчас вообще не время до грейдов, там, починок и так далее. Почему я подумал, что это последний этаж, кстати? Но я говорю, эту локацию я вообще не помню. Если честно, из оригинала тут очень редко... Ну, в смысле? Я обкекался сейчас очень сильно. И куда ты убежал, скажи мне? Вижу врага. Ты что делаешь, скажи? Ты мне... А я к моему... О, мой мурку забрал, представляешь? Она ж помню сейчас... Ах ты падла. Да дай мне мурку. Твою мать, ну... Какая ты бледина просто, какая ты мразь. Просто мразь. Вот просто вот, ну у меня других слов нет этого человека описать. Ну как вот это может так было сделать? Ну каким образом? Прошмандовка Зибарджана, ну почему ты...
Так, надеюсь, сейчас пока никто не нападет. Вроде как я никого не слышал, не видел. А костюм чинить надо. Ну блин, забей, нам сейчас придется тогда механику какую-то кругленькую сумму отвалить за то, чтобы он нам починил этот МП. Ну, а как мне сейчас воевать? Ну патроны есть, ладно, но это мало. Так, давай армейскую используем, всякий случай еще. ТПшка хоть и защищает, но это капец, конечно. Неприятный поворот событий, но что у меня чуть разгружаться, что нет, конечно. Оттерпеть. Другого варианта нет. Так, доставай что-нибудь уже скорее. Ага. Нахер иди. Надо с них утать по-любому, потому что вообще нет патронов, либо вернуться обратно, но я этого делать не хочу. Так, стимулятор. Нашитки ваши, я что-то хз уже подбирать мне или нет. Как-то я, если честно, уже не вижу в этом никакого смысла. Так, вот термитную гранату, пожалуй, я у тебя заберу. А тут кто-нибудь будет у нас? Нет. Блин, да что за фигня-то? Почему вот? Ладно, ладно, ладно. Бывает, не страшно. А, вот, кстати. Я думал, он дальше находится. Ладно, обыскивать не стану. На это время тратить не буду. Хотя надо бы по-хорошему, потому как все-таки здесь стих может что-то интересное дропнуться. Нифига, как я сейчас запаркурил. Мог умереть, кстати. Ну, было бы забавно. Ладно, я по стопам удар сейчас бегу сюда. И поехали. Он здесь закончил предыдущую серию. В итоге отстает от него на 12 минут. Ну, ладно, неважно. Остаю, ничего страшного. Сейчас тут будет, короче, лютая резня. Я уже чувствую то, что не капец. По идее, не должен быть такой лютый капец, если помнить, куда идти. Так, совершенно секретно. Давай, открывай. Нарик, пожалуй, врубим. Нам сейчас главное идти просто по пути. А, как контролер? Осторожно сейчас будет или что? Надо, короче, двигать куда-то к лифтам. Это точно помню. Тут скорее бюро нам. Ай, больно. Так, погоди, куда? Там дальше не пройти. Блин, долго я аномали проходил, а? Это прям важно. У меня, кстати, здоровье тратится. Мне кажется, нужно использовать армейскую. Ой, не армейскую, точнее, а. У меня псиблокада же была где-то. Вот псиблокада, давай. По мозгам, чтобы нам не давало. Так, поешь, попей, пока есть такая возможность. Если кто-то будет, то с чем мы справимся? Так, Геркулес, давай жахнем, чтобы нам попроще было. Так, ну и все. Кто там у нас вообще? Ладно, неважно. Блин, что нам так плохо-то? Мне это капец, как не нравится, что он так херово. Но я уже слышу говнарей. Я надеюсь, что дробовик нас не будет подводить. Если нас будет подводить дробаш, то будет максимально плохо. И благо я проходил уже эту аномалию, я понимаю, куда нужно идти сейчас. Теперь вот сюда. Тихо! Я маленько тороплюсь, это сейчас меня может сгубить, кстати. Это прям может сильно меня сейчас сгубить. Но вроде как ТБшка. Я надеюсь, то, что она выдержит у меня все. Так, все, допрыгнули. Ну что, кеи, на тем вот такую штуку хотите? На. Так, тихо, у меня обратно ни херачнее. Ну что, взорвала. Ладно, посмотрим. Бюреры. Буляха-муха. Не пугай так меня, пожалуйста. Да ну... Нафиг иди. Эх, сюда бы галс-пушку было бы. Ну да, ну да. Три патрона и все. Тихо ты. Не дерись. Но он как-то промахивается, не везет пока. Убил? Убил, отлично. Не, Мурка нормально, Мурка спасает пока. Мурка хорошая вещь, даже убитая. В хлам, но от нее явно больше толку, чем от Аека было бы. Не попадешь. Не должен через стену пробить, не должен, конечно. Ну ты говнюк, конечно. Если я буду на контроле это делать все. Ну, по-моему, пофиг. Нас, в принципе, сильно-то не дамажит пока что. Переживать как такового смысла пока нет. Минус еще один. И остается последний где-то гаденыш. Так, а где же ты будешь? Это вообще контролер, кстати. Тут вообще два, может быть. Или он прям вот тут, да, он тут сидит. Повезло-то как сейчас, а? Я что, успел на лесенку запрыгнуть, а? Все, нет, это были эти бюреры. Ну все, справились, ладно. Так, теперь давай мозг забираем, отлично. Я тогда тут сразу телепортнусь обратно в пультипровод. Ну типа, я думаю, что можно. Но тебя почему нельзя-то, с чего это нельзя-то? Можно, я думаю, обратно. Какой пультипровод? Прачечную, точнее. Аптечка, конопля, бюрер, наркоман, черт. Там контролер орёт просто. Но мне бы его убить по-хорошему, какой-нибудь квест выполнить. Но сейчас не до квестов. Нужно по сюжету прям лететь. Я люто отстаю от фудурчика, мне это не нравится. Я думаю, что я еще успею его догнать, конечно. Но умирать вообще не хочется. Ну слушай, на пока что все окей, пока что все нормально, так, 94% давай вычнем нашивку сталкера, чей, пока такая свободная минутка у нас выдалась, ай-яй-яй, что это может быть, не знаю. Так, а тут на что? Ага, агу, забираем все, что видим. А че квест не выполнился? Не понял. А че с квестом? Совершенно секретно. Так, это что? Это не то. Не понял. Так я же нашел документы, это же они. Это нормально, либо что? Так вот же документы, погоди. Распоряжение переводе. У нас востребовало нету, кстати. И что это значит? Погоди. Секретно... Надо найти документы и отнести их к стрелку. А чё, в смысле, не... Разве нет? Разве на этом не все? Ну ладно. Нет, так нет. Сейчас надо будет, короче, видимо, еще куда-то прогуляться на какое-то место. Я не хочу просто идти, если честно. Так, ладно, спускаемся. Аккуратненько спускаемся, я сказал. Ну, можно и так, в принципе. Но сейчас хочу просто чекнуть самые популярные места здесь. Я не хочу по этой лабе шастать особо. Тут-то кто у нас? А пси-блокада вообще долго действует, нет? Нормально, думаю, нам хватит. Так, а что здесь может быть еще? Ну, давай с Эком побегаем. Мне кто-то писал то, что шкаф можно пинать, но я что-то не знаю. На F, да, надо сжимать? Попробовать можно, думаю. Я вот сейчас, мне кажется, время теряю зря. Ведь реально. Можешь попытаться сохраниться, потом еще перезагрузиться, но это будет нечестно. Это уже как и каким-то читерством пахнет, если честно. Снорчики. Не, ну я, конечно, лютый имба. А, вот. Во, вот эти. Не, все правильно я сделал. Так, ну теперь уже можно текать из города нафиг. Обратно в прачку.
Так, пошли, все, выжили. Я снова здесь, я снова с вами. Может быть, кстати, этот симк продать с артефактом? Так, за сколько ты мне вычнешь, дядька Яр? Ну-ка, много возьмешь? 39 тысяч? Ай-яй-яй, как это много, но... Я разве брейс какой-то? Поделать нечего. Может, давай-ка я тебе артефакт продам тут челику? В принципе, открываем, мне он вряд ли пригодится. Этот светляк. За сколько? За 10 тысяч. Вот это давай тоже продадим. Так, вот это продаем. Лапы. Гаусс-патроны твои, адулин тебе продадим. Так, гаусс-патроны продаем. Дальше водка пусть будет у нас. У тебя патроны вообще появились? Нет новые в продаже. А чё за фигня? Нам придется, видимо, смотаться куда-то... И патроны купить себе. Конечно, на это время потратим. Ну что поделать? Так, это отдаем. Ну и в принципе все. 73 тысячи, конечно. Ну, блин, кто же знал, то, что мне эта тварь дробовик покосит. О, здорово. Я закончил. Так, живая легенда. Мы практически полной готовности. Вот сейчас ко мне, как ты будешь готов. Увидимся. Так, а вот я еще тебе квест сдал. Кстати, гиганта больше нет. 7500. А ты кто такой, что ты рукой машешь? Швом его зовут. Так, могу чем-то помочь. Радиопротектор 4 штуки. А у меня есть. Бляха. Ну чё, это как ты гонишь, только какие 4 штуки радиопротектора? А, чел, ты издеваешься. Ну надо к ученым двигать тогда, получается. Ну пошли к ученым. Закупимся тогда протекторами этими и все. Потом нужно будет в бар метнуться, купить патронов себе. Так, я снова здесь, снова с вами. Сейчас, кстати, я еще издам эти инструментики, по-моему, да? Для тонкой работы в баре. А это что? Закрытый кейс 7 килограмм весит. Надеюсь, то, что тебе он нужен был. Хотя это вряд ли. Так, Сахаров, давай-ка сюда ступай скорее. На что? А у тебя вообще квестов нет? Я что-то попутал? Так, документы попались, вот гляди. 20 на 1000 хер с ним, в принципе. Так, дал нам титановую сетку? Пойдет, ладно. Мозги пока продавать не буду, это что такое? Титановая сетка, грузоподъемность. Ну, может пригодиться, кстати. Ух, нифига себе, что за штука такая, выносливость. Тогда вот это нафиг, 1000 рублей. А вот это сюда? Слушай, нифига. Имповая вещь, слушай. Да убери ты КПК. Тихо. Я думал, это какой-то сталкер. Вряжеский причем. Так, где она? Что ты даешь? Дает, радиацию убавляет, выносливость добавляет, защита от... Вешаем по-любому, ты чё гонишь, что ли? Я к тебе вообще за радиопротекторами пришёл. А, у тебя 3 штуки. Ты чё гонишь, что ли? Или этого хватит? Ну-ка. Да, этого хватит, все. Я даже с запасом купил, на самом деле. Ну, тут, походу, да, я должен инструменты, здесь тоже должен инструменты. А кому ящик должен? Ну, просто хера весит, подожди. Дефицит припасов, старая ферма приказана уничтожить. Здесь что-то, видимо, должен. Просто бизнес мутанта должен сдать. Вот, совершенно легальная работа, нужно, видимо, сюда. Ладно, нам нужно сейчас двигать, наверное... В бар покупать себе эти самые патроны, сдавать инструменты там. Или надо было к наемникам вообще, кстати. Ну, можно и к наемникам будет заскочить, почему нет. Здание выполнено, 12 тысяч дает, это хорошо. Так, торговля. Кстати, можем попробовать сейчас войска вычинить. Почему нет? Патроны, в принципе, веса у меня нормально. Вроде как, хватает. Покуда эту херню нужно куда-то деть, она весит 7 килограмм целых. А давай? Или что? Или... А нет, подожди, нам же там по сюжету вроде как галс-пушку дадут на какое-то время. Так что, наверное, это бессмысленно, да, сейчас что-то закупать здесь. Так, а что тут? Квестов больше нет нигде. А пошли сразу тогда к наемникам, типа, ну а чё нет? Заодно и квест дадим. А цены, я думаю, что не сильно различаются. Но надо еще к свободе сходить. Этот ящик сраный отдать. Блин, капец. Так, тебе что должен? Здание выполнено. Личная встреча. А, руку бюрера. Ну все, без проблем тогда. С Локи встретиться ты гонишь, что ли? Так, еще 10 тысяч получаем. Работа. Работы больше нету. На траву тебе. Вот эту вот штуку, может, я оставлю, кстати. Хотя, ладно, не буду оставлять. Продаем. Вес сейчас важнее. Патроны нужны. Давай, я вот тебе все пачки закупаю, короче, какие вижу. Я так полагаю, что нам придется много воевать. Это 100%. Прям все патроны у тебя закупаю. Бинтов, смотрю, у меня дофига вроде как. На 50 косарей сейчас патронов закупаю просто. Офигеть. Вот это я сейчас нафармился, конечно. Да. Не, по весу все нормально. Нашивки монолита. Мне сказали, что наемники меняют нашивки монолита на что-либо. Сейчас проверю. По-моему, ничего не меняли мне наемники, если не ошибаюсь. Ну, надо их вот одевать, эти нашивки. Они хоть и мало весят, но их много у меня уже. Вот говорили про себя. Так, вот где тут этот, что это? Работа, да это не то. Торговля, хорошие связи. Да нет у него ни этого квеста, или что? Вы о ком вообще говорили? Я же чекал в предыдущей серии. Это у нас не то, это... Никто не меняет, важный персонаж, но это проводник. Так, ладно, пофиг, пока пусть про меня побудут. Давай сейчас тогда тебе еще квест дадим. Этот сраный ящик, вот он весит 1 000 000 000 килограмм. Почему такой тяжелый-то, дядька? Не мог ли ты как-то его там это облегчить, что ли? Да, ну ладно. Я так смотрю, стимуляторов у меня дофига. Аптечечек у нас много, бинтов много. Учитывая, что медицина дропается часто на ее этих у монолитовцев. Патроны есть, а починиться мы сможем. Но я готов отправляться. Это вот все весит по чуть-чуть, как бы. Ну, мозг бюрера, конечно, килограмм весит, но пофиг. А у нас на него квеста никакого нет, подожди. Квеста у нас... Нет, квеста никакого нет, поэтому можем продавать это дело. Так, здание выполнил 11 тысяч, и вот это, пожалуй, возьми. Конечно, ты капец как плохо это ценишь, но что поделать. Так, вода у меня, кстати, воды маловато. Давай я чуть-чуть водички хлебну у тебя. Ага, так, еды у нас нету еще. Давай побольше хлеба купим. Кстати, пенифрин у нас есть, я думаю, что с чем его тоже занем, швырнем, так сказать. Ну я готов, все, мужики.
Где Припять? Вот же наша родимая Припять. Опять ты... Вот ключевые метки надо убрать, да? Попутные здания, тайники. Мне говорили, убери. Ну вот тут можно поймать... Да, все, класс. Да, еще дождь пошел, конечно, но... Ладно, так, кому я должен? Вот и медикаменты. Че, дашь за это? 4000? Круто. А кому-то еще должен что-то. Так, ладно, теперь предлагаю поспать до утра следующего дня, чтобы идти в нормальную погоду. 7 часов. Проснемся с утреца и отправимся уже в рейд на монолит. Узнаем тайную зону и загадку человечества. Там... Так, попей воды. Где стрелок-то мой любимый сидит? Он просто любит перемещаться туда-сюда, но он, походу, обратно к себе ушел. Ладно, сейчас. Либо ты здесь где-то. Нет. Ну что, стрелочек, я готов. Нам приближается разведотряд Монолита. Видимо, узнали наступление. Так, погоди, живая легенда наступления. Необходимо собрать отряд для уничтожения фантома. А, отряд. Ну да, я помню тот квест. Так, прицел. А, кстати, у тебя подствол будет? Нет, то у меня совсем подствола нету. Надо сейчас тогда еще патронами закупиться, так полагаю. Патронами желательно подстволом. В принципе, деньги сейчас девать некуда, но пока что некуда. А потом мы в будущем, думаю, заработаем. Но у него есть буквально чуть-чуть здесь. А подствол у тебя... Да, чел, разочаровал ты меня, что у тебя подствола нет, если честно. Так, дроби закупаю еще на 5000. Ладно, теперь точно готов. Итак, мы готовы выступаем. И теперь себе, бродяга. Не, стрягу не надо. Выдвигаемся, короче. Аккумулятор... О, что ты мне дал? Конечно, перегруз у меня, но ладно. В общем, это пушка, мы будем уничтожать этого фантома вонючего. А где отряд монолита? Так, наступление, и что? Необходимо собрать отряд. Так я же собрал отряд, ну и что? Или надо кого-то еще взять, я не понимаю. Или надо убить уже. А, надо убить уже, все, понял. Так, огонь усмотрение, короче. И давайте стреляйте, мужики. Я думаю, что у вас получится. Ни одному же мне их херачить. Он, черт поганый, идет уже. Ну конечно. Мужик, не стреляй. Там зомбу вообще. Так, чемпион Монолита. Настало время засадить ДК Энергетик, чтобы выманить и ликвидировать фантома. Главное не забыть про оружие в убое. Это да, это верно. О, а ЕК это хорошо. Это значит, что у него были патроны. Правда, очень и очень плохие. Да. Но хотя, да ты даже не зарядил ни черта. Чел, ты издеваешься? А у тебя что было? Ха, нормально. Так, мужики, все, не стреляйте, короче. Не стреляйте, за мной следуйте, пожалуйста, если такая возможность будет у вас. Так, гренки забираем. У нас просто повесность, все так хорошо. Да не стреляйте вы, ё-моё. Так, гранатку забираем, монетки забираем. У тебя что? ПДАшник какой-то нашли? Дайте патроны квал... Ой, квалу. Калашу мне, пожалуйста. Так, куда нужно двигать? Двигать нужно... Ага, к переходу. Я же сказал, не стреляйте, алё. Ну, Никита слегка конченый, видимо. Надо будет перезагрузить игру. Нам нужно просто всем туда идти. Они сейчас будут отвлекаться, мне это не нравится. Идут? Нет, идут вроде. Но не все. А, нет, идут, все, с кайфом. Не будем перезагружаться тогда. Так, если что, изделия у нас есть. Так, на том мы завалим, надеюсь. На самом деле, сюжетка типа тут такая простенькая, линейная. И можно было раньше вообще тут уже люто ее спидранить. Но только сейчас я решился. И то, когда прижал в удар меня конкретно, я бы еще пофармился. Возможно, вычинил бы себе выхлоп. Но это уже неинтересно, согласен. Я уже на серии начал 8 говорить то, что уже скучновато. И почему-то все равно сался идти и выполнять сюжет. Ну и как сался? Типа, просто откладывал. Я как бы. Дурак я, получается, но бывает. Конечно, я вынужден признать то, что Артур прям, не знаю, как-то люто обучился игре в Аномали, что ли. У него реально дела лучше, чем у меня. Ну, блин, конечно, ему подсказывал там один человечек. Но ладно, это правилами не запрещено, поэтому как бы все окей. Так, я в Припяти, но я с напарниками. Это меня устраивает на данный момент. И надо выдвигаться, получается, в город. Так, по поводу патрончиков. Давай тогда такие выстреливать будем сейчас. Средние патроны. А, там уже резня. Так, куда идти-то? А, ну прям по курсу нужно идти. Я буду прям сейчас бежать, короче, в припрыжку. Мне кажется, смысл есть даже в соло все это делать, если, конечно, наши челики будут убиваться. Точнее, гибнуть. А вот я не знаю, если они будут кинуть реально ничего. Перезагружаться, что ли? А, с первой. Милосердное убийство. А, это квестовый чел был, серьезно? Понимаю. Фига, не с первой валятся все. Так, ладно, огонь усмотрения, пока от вас толку все равно нету. С дробовика смоляет так стали прям, а? Неприятно, неприятно. Ладно, бинтик использую один. Короче, буду тогда копить еще бронебойные патроны до Таува. Так, только не умирайте, пожалуйста. Мне придется, видимо, перезагрузиться, если кто-то из них умрет, получается, квест провалится, и сюжет стопнется. То есть это как бы такая условность, что ли. Потому что другого варианта не будет у нас. Я бы сейчас этого фантома сраного зарашить по-хорошему, но прям чисто бежать, рашить, это тоже опасное занятие, которым я не хочу заниматься. Так, что, где вы? Еще никого не вижу. Меня это смущает. Они там с кем-то стреляются, что ли, вдали? Чикак. Ну, кстати, да. Нет, они стоят на месте. Вот же они. Ладно, можно пока обыскать. О, у тебя были патроны? Я знаю, что были. Да, бронебойные даже, ничего себе. Богаче получается. Так, давай прицел тогда сменим. На коллиматор здесь уже, он поудобнее с него работать будет. Фонарик я включаю и полетели сейчас воевать.
Сейчас будет резня, кнопочка резня. Не, наверное, лучше тут пойти. Я думаю, что неписи наши найдут путь сами. Либо монолит пока не проснулся, и они находятся все в здании, что скорее всего. Так, и что? Ага, нет, не, ребята, вот вам термитная граната. Лови еще. Лови еще. Граната, да. И еще лови. Надеюсь, то, что из своих там никого не захерачу. Почему я в PS5 лег, я не понимаю. Там по... Ну что это такое? Почему туда смотрю, у меня в PS лег? Я никого не убил, кстати. Что за бред? Понял. Херовая была идея. Монолит. Фух. Минус один. Минус. Все, сюда. Слушай, ну прям вообще лютые убиваем их, на самом деле. Прям вообще резня. Конкретная. Так, а что, у меня патронов больше нет, что ли, совсем? Ой, я зря что запрыгнул, но сейчас можем выпрыгнуть, а? Можем. А фантом этот где? Я боюсь его. Минус. А тут где черт? Монолит, да. Давай-ка отойдем, используем, наверное, армейскую аптечку. Чего ж там? Экономить, правильно, правильно. Так, армейская сюда. Я что, две использовал? Нет, одну. Все нормально. А вон еще один. Ага, гранат свои кидает, говнюк. Не-не-не-не-не-не-не. Завалит его, конечно. Вон там у нас вот это есть. Скорее всего, кстати, это тот самый фантом. Так, давай, я простыми патронами буду стрелять. И они кончаются, жесть, как быстро. Это с ума сойти. Это не фантом с учем? Я понял. Это есть сам фантом. Все, сюда. Великие планы. И что? Помешаем, пора бы и стрелку раскрыть свои тайны. Ну да. Вдруг он гей. Так, ладно, не смешно. Вот, все, наконец загрелись. Дебил дебилами, конечно. Так, ну обыскать их надо по-любому. Убьете, нет? Да, патроны реально улетают. Ну хотя как, у нас еще есть патронов, причем их довольно... Вы гоните уже, мужики, ну как вот так можно было меня подставить, а? Они вообще толком не защищают, кстати, нас. Ах, ладно, на кого я рассчитываю, да, с одной стороны? О, армейская аптечка вернулась. Надо ремнобор использовать по-любому. 92%? Да, вот этот 100% отлично. Дайте мне, пожалуйста, патронов для калаша. Они же их часто дропали с них. Но это по КД не дропались, я прям помню. Так, это слишком. Водку выкладываем, ладно. Аномалия вылетела? Что? Бывает такое, нифига. А, сейчас заново вас обыскивать. Че, издеваешься, что ли? Он нас просит дойти. Да, конца. Да, дает нам декодер, дает нам еще что-то. Но, блин, у меня некуда уже это девать. Придется, видимо, нам что-то лютое выкладывать. Ну что, ну отклик. Ну я батарейки извлеку, пожалуй, выкину его. Так, швейцарский нож. У меня дофига, кстати, чего у меня дофига? У меня дофига всяких этих клеев, может быть, их выкинуть, кстати, и один симк выкинуть. Но все равно не хватает, причем сильно. Я, конечно, 42 минуты записываю уже, но, видимо, на этом закончим. Там фудар меня люто уже обгоняет. А, сейчас будет выброс. Но че за приколы-то, я не понимаю. Ну за что? За что мне это наказание? За что? Какие выбросы? А у меня случай. Биотики никакого нет, но тут на ЧС уже реально поздно идти. Ладно, хотя бы на ЧС выброс настиг меня. Так, а чё, где спрятаться от выброса-то можно будет? Я даже не знаю. Но напоминаю то, что еще впереди два сюжета, и на самом деле я успею догнать. Водар должен ошибиться. Ну типа он же человек, правильно? Он где-то задержится, может он вообще умрет, в конце концов. Так что, да. Короче, ладно, тогда я уже тут все равно ничего не успею за эту серию. Следующий мы уже дозавершаем тогда сюжет, начинаем новый сюжет, если выживем, конечно же, в этой лаборатории, потому что тут тоже кер выживешь на самом деле. Ну и, собственно, как-то так. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, еще увидимся, не болейте. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной, забери меня, отправляемся.